Выездная акция по чипированию животных прошла на Ринмаре. Четвероногих друзей чипировали прямо в приспособленном автомобиле в центре города. Ее провели специалисты станции по борьбе с болезнями животных. Что это за процедура и для чего она нужна, выяснила наша съемочная группа. Подождите. Мошенька, милый, ты мой хороший. Мама с тобой. Все, успокойся. Лохматый пес по кличке Муха сегодня один из 17 четвероногих, кому сделали процедуру чипирования. Это процесс введения под кожу животного микрочипа, содержащего уникальный идентификатор. Размер микрочипа очень мал, всего 2 мм на 12, примерно как зернышко риса. Чтобы ввести такой элемент, по словам ветеринарного врача Анастасии Филипповой, требуется всего несколько секунд. Чипирование проводится вот такой вот замечательной штучкой. Да, называется инъектор. Чип находится здесь. Он доставляется под кожу с помощью иголки. Сама процедура, в принципе, болезненна только из-за толстой иглы. Вот. Там только находится небольшая капсулка, которая несет в себе информацию. В таком электронном паспорте животного содержатся данные не только о самом питомце, его кличка, порода, сведения о прививках и вакцинации, возраст, но и о его хозяине, фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, место проживания. В случае потери с помощью специального сканера можно будет считать всю информацию о домашнем питомце. Для Николая Дуркина, владельца собаки редкой породы бикль, такая процедура важна. Четвероногий друг очень непоседливый. Наш брат убегает. В лесу его искал, убегал, как-то тут целый час искали. Ну и в поселке-то, конечно, я не отпускаю. За собаками убегает. В основном-то. Легче найти будет. Почему? Я для охоты взял. Для охоты, он же охотничий. Помогает в охоте хорошо? Да, есть, идет. Самая маленькая из гонщик. Самая маленькая гонщик. Ну, бегает, за зайцем хорошо бегает. Несмотря на то, что лучшие друзья человека быстро бегают и часто убегают от хозяев, данный паспорт невозможно потерять. И процедура делается всего один раз в жизни питомца и в дальнейшем не потребует финансовых затрат от владельцев. Стоимость установки чипа с внесением информации в базу данных составит 530 рублей. Поставить микрочип можно и в станции по борьбе с болезнями животных, которая расположена по адресу ветеринарный проезд, дом 5. Станция работает без выходных с 8:40 до 18 часов. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».